Итак, всем привет, други мои. Вот я вам показываю шоколадный башмачок. Ну, даже не башмачок, а это как бы... Это кед какой-то. На кеды похоже. Или на кроссовок. На какой-то кроссовок. Вот похож. Вот такой вот башмачок. Фирма, которая делает обувь кожаную, вот такой вот башмачок дарит своим клиентам. Такой вот башмачок. Сейчас я вам его покручу. Да, я вам не сказал, из чего он сделан, этот башмачок. Он сделан из шоколада. То есть я сейчас чай сделаю и буду есть этот башмачок вместе с чаем. Вот такой вот хороший башмачок. Шоколадный. Сейчас я вам еще провращаю его. Три раза я его провращаю. Вот второй раз провращал. Второй раз. И сейчас третий, последний раз вам его оберну. Такие вот башмачки ради рекламы. Фирма, выпускающая обувь, шоколадные башмачки. Обувь настоящая, а этот вот башмачок рекламный из шоколада сделан. Вот, тут вот что-то написано, можете прочитать. Так, на этом я свое видео заканчиваю. Всем счастливо, до новых встреч на моем канале. Всем гудбай и пока.